Всем огромный привет, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет влог, но я решила его смешать также со своими фаворитами осени, чтобы не снимать отдельное видео, потому что я там кое-что наснимала для влога, но думала, что вначале как раз вам расскажу о тех вещах, которые очень радуют меня этой осенью, новинки, которые я нашла как для дома, так и среди косметических средств, поэтому будет такое обычное легкое видео. Те, кто любит косметику, могут что-то подсмотреть для себя именно в плане косметики, те, кто любит что-то для дома, могут подсмотреть что-то для дома, в общем, и так далее. На самом деле у меня вообще планировалось видео про AliExpress, опять же, но сейчас очень долго идут посылки, хотя они все находятся в моей стране, но там будет тоже очень-очень много интересного, будет и верхняя одежда, и также будут вещи для дома, и детские, я там заказывала разные игры для Льва, поэтому обязательно вам покажу, и потом еще нужно будет делать заказ к 11 ноября, это вообще мой самый, наверное, такой любимый день, и именно к 11 ноября я обожаю снимать видео, потому что оттуда для себя многие очень берут на заметку, я тщательно подбираю какие-то товары в течение года, откладываю их в корзину, не заказываю сразу, а жду вот именно такой, наверное, финальная распродажа года, можно так сказать, потому что скидки самые такие ощутимые идут как раз 11 ноября, хотя есть такие продавцы, которые, конечно же, делают липовые скидки, но опять же я за этим практически целый год наблюдаю с помощью разных приложений. Вот. И сегодня так как раз вам покажу то, о чем я сказала, и потом будет в процессе немножко просто влог такой из повседневной жизни. Так что, если вам интересно, то давайте приступим. Наверное, хочу вам показать первые свои фавориты, которые лично для меня непосредственно связаны с осенью. И вот один мой фаворит вы можете наблюдать, но вообще их два. Это вот такие вот огромные свечи из магазина Пепка. Я думаю, что такой магазин есть. Я потом поближе фотографию вставлю, потому что они очень тяжелые. Реально, первый раз я вижу такие тяжелые свечи за такую стоимость. По-моему, тут 390 грамм, если я правильно помню. Это такая тройная свеча, но я обязательно еще расскажу, уточню потом на видео в виде фотографии. Я когда увидела эти свечи у одной девушки на Фейсбуке, я тоже загорелась, но так как я живу от Таллина в 64 километрах, у меня этого магазина здесь нет. И хотя я посещала Таллин за этот месяц очень много раз, почему-то именно на них я не обратила внимания, либо их не было. В общем, свечи просто обалденные. Единственный минус у них – это просто мечта дактилоскописта, потому что отпечатки пальцев оставляются, ну вот, я пока донесла до сюда, здесь, я не знаю, видно или нет на камере, везде мои пальцы. Ну, я протираю их тряпочкой, которую я заказывала для того, чтобы протирать зеркала и стекла, и в этом проблем нет, просто нужно за этим следить, потому что смотрится не очень. И я могу порекомендовать вам эти свечи, их всего 5 видов, да, есть красная, серебряная, белая, золотая и черная, вот у меня еще будет серебряная и белая, вот попросила девочек, спасибо им огромное, они в Таллине купили и мне выслали, вот пока две свечки дошло. Еще, я не знаю, знаете вы или нет, есть магазин Синсай. В России он точно есть, потому что когда я захожу на сайт, мне сначала предлагают почему-то именно российскую версию. Там тоже у них появились свечи, и я заказала себе вот такую свечку на пробу. Стоила она, по-моему, 2,99, здесь вот так откручивается, и здесь вот один фитилек такой. Аромат у нее, знаете, пахнет глёгом. Я не знаю, вот это такой напиток, может быть, вы пробовали, ну, скорее всего, пробовали, обычно их пьют вот зимой, когда душа требует уюта и тепла, вот, поэтому вы тоже можете к ним присмотреться, очень-очень приятный аромат, я сразу скажу, что эти свечи я жечь не буду, я вообще купила их для красоты, потому что, ну, в принципе, я вообще не привыкла жечь свечки, мне просто нравятся вот они в таких красивых упаковках и в качестве украшения интерьера, тем более я сейчас буду из этой комнаты наконец-то переезжать в другую побольше, потому что здесь мне вообще невозможно снимать, как вы видите, я сижу прям впритык, потому что здесь как бы стоит мебель, эта комната довольно большая, но она просто длинная, поэтому диван и комод здесь вот впритык и небольшой такой проход, так что вот, и в новую комнату мы заказали диван другой и стеллаж, в общем-то, для стеллажа я и покупала вот эти свечки и еще одна свечка, которая мне тоже очень понравилась, вообще мне понравились там все свечки, это магазин H&M, выглядят они вот так вот, вот в таких баночках, и цена у меня здесь не осталась, но, по-моему, такая маленькая свечка стоит 2,99, что ли, свечи побольше уже, конечно, там 5,99, 6,99, я тоже взяла на пробу ее, и когда она открытая стояла у нас в гостиной, там аромат достаточно далеко распространялся, но вот так она пахнет, конечно, но уже немножко подвыдохлась, только стояла открытая, но тоже могу вам порекомендовать, если вдруг любите
свечи по цене не очень дорогие, потому что можно, конечно, и за 30, и за 40 евро покупать, я и такие видела, но мне просто жаба задушит, то вот советую обратить внимание именно Пепка, H&M и также Сенсай магазин. У них там помимо этой свечи в Сенсай есть еще разные вообще виды, я думаю, что тоже каждая для себя найдет тот, который ей больше понравится, ароматы там вроде бы описаны. Вот, но мне просто понравилось вот это название Sunday Morning, поэтому я ее и купила, и пахнет она, ну не скажу, что она пахнет воскресным утром, ну чем-то таким приятным, вот согревающим пахнет. Также я наконец-то сделала заказ в IKEA, в течение влога я вам там покажу, что мы заказывали, и заказывала я там классные такие коробки. Они типа тканевых, вот такие вот шляпные коробки в количестве 3 штук, по-моему, 16,99 они стоили, я еще их не распаковывала. И еще заказывала для того, чтобы убрать все лишнее с глаз долой, вот такие две коробки, 14,99 стоили две коробки. Еще у меня были картонные в заказе, но почему-то мне вот их не положили. Но я обязательно потом, когда стеллаж придет, к сожалению, он придет очень поздно, после 15 декабря, потому что его будут делать на заказ, и так долго я сделала заказ вот в сентябре, но вот мне написали, что только вот 15 декабря на склад придет, и потом уже до меня дойдет, и потом уже вам покажу ремонт в комнате, ремонт в детской комнате. Мы здесь на самом деле очень долго не делали никаких ремонтов, вот Льву уже 3 года, мы здесь живем 2,5, мы здесь практически ничего не делали, кроме покраски стен и... В двух комнатах мы перестилали пол. Все остальное тут по-старому, как было при предыдущих хозяев, поэтому хочется что-то уже другое сделать. Сейчас перейду и расскажу немножко про косметические средства, которые мне за это время, пока я не снимала видео, удалось попробовать. Первое, что тоже могу порекомендовать, если вы в свое время когда-то пробовали консилер от марки Clarins, у них такой был, по-моему, туба 15 или 20 миллилитров там было, но он очень такой долговечный был, потому что, не знаю, сколько я им пользовалась, но, может, в течение года он все никак не заканчивался. Потом, к сожалению, когда я захотела его купить, его уже изъяли из продажи, но я нашла на замену вот такой вот консилер от марки Colistar, наверное, или Colistar, да, по-моему, так она читается. Такая огромная коробка, но здесь сам этот консилер небольшой. Здесь объем 15 миллилитров, у меня это номер 1, и вот они просто как братья-близнецы похожи и работают абсолютно одинаково. Они перекрывают все, что только можно, но при этом не сушат кожу под глазами, не забиваются никуда в складки, и даже очень сильные яркие высыпания, допустим, ну или постакне, если у вас есть, оно отлично с этим справляется и все замазывает. Поэтому могу вам порекомендовать его. Я сейчас его перед видео наносила, хотя в течение того времени, пока я ничего не снимаю, я обычно косметикой пользуюсь редко, ну, если куда-то только иду, есть время, но вот сейчас я использовала его, и могу сказать, что я осталась, ну, не прямо сейчас, а вообще в течение месяца я его использовала, и вот он мне напомнил как раз вот консилер от Clarins всеми своими действиями, поэтому, если вы его любили, то вот могу порекомендовать вот это на замену, я снизу обязательно напишу его название, покупала у нас здесь в Эстонии через интернет-магазин, и не ошиблась цветом, выбрала себе номер 1, хотя, честно говоря, я даже не знала, что это номер 1, вот только сейчас увидеть. Мне удалось еще познакомиться с карандашами от марки Miss Tays, не знаю, как точно оно читается. Я уже давно была подписана на их страничку в Instagram, даже писала им, если у них доставка, они, по-моему, находятся в Украине, если у них доставка в Эстонию, но, к сожалению, мне никто не ответил, потом я уже просто прочитала в комментариях, что они никуда не доставляют, и одна знакомая девочка была как раз в отпуске там, и привезла, ну, в отпуске, по-моему, да, и привезла карандаши, сделала сообщение в группу на Фейсбуке, там, косметичка Эстония, и предложила, спросила, кому нужны вообще эти карандаши, я, конечно, и сразу написала, и вот у меня появилось так 4 карандаша от этой марки, и тоже мне они очень понравились, я о них даже делала подробный пост в Инстаграм вместе со свотчами, там вы можете посмотреть, но карандаши просто супер, я вообще очень люблю карандаш от Рилуи 10 оттенок и постоянно его покупаю, но вот сейчас вот появились вот эти, кстати, в Эстонии, вы знаете, теперь есть доставка с магазина, если вы в Эстонии живете и смотрите, у меня есть доставка с Wildberries, и там тоже есть и вот эти карандаши, и также карандаши Рилуи 10 номер, которые теперь мне не надо, в общем, никого напрягать, чтобы что-то купить, карандаши очень-очень понравились, тоже ссылку на Инстаграм я оставлю, вы можете не подписываться, просто можете перейти и посмотреть там свотчи, если вам было интересно. Все они
вот цвета такие пыльные розы, и вот один такой натуральный оттенок, так и называется. 38-й натуральный кремовый, этот 35-й, и вот этот 780-й номер, у меня таких два, и есть еще один другого цвета, 769-й, по-моему, но что-то я его забыла сюда принести, вот эти самые классные. Если любите цвет пыльной розы, такой приглушенный, как говорится, под цвет ваших губ только лучше, то вот можете к ним присмотреться. Цена у них очень-очень бюджетная. На сайте Wildberries там что-то в районе 200 рублей, или я, конечно, здесь в Эстонии подороже купила, но у нас они были в диковинку. Нашла для себя очень классную базу для теней. Вообще, я не изменяю базе от Maybelline Creme de Nude, я очень ее люблю и часто покупаю, но иногда мне не хочется лазить там ни кисточкой, ни пальцем, хочется просто, ну, быстренько что-то нанести, и я нашла вот такую базу от марки Gauche в натуральном оттенке, то есть... Ньютон называется, 001, очень стойкая база, и она в стике, что очень удобно, быстренько нанес, распределил, она довольно быстро застывает, нигде потом никаких, ни в складки тени не попадает никуда, и стойкость просто железобетонная, поэтому тоже можете присмотреться именно Gauche. Я взяла его, по-моему, точнее эту базу я взяла за 6 евро или за 5 евро, скидка была там пару евро, решила попробовать и абсолютно не пожалела, обязательно буду покупать еще, потому что очень мне напомнила по своим свойствам как раз вот эту Creme de Nude, только в более таком удобном формате, так что тоже рекомендую вам попробовать. И я уже прям таки много наболтала, поэтому скорее всего буду заканчивать. Конечно, хотелось бы побольше, но кто будет тратить свое время и сидеть здесь со мной полчаса, поэтому надеюсь как-то смонтировать так, чтобы не сильно по времени было затратно для вас. И да, дальше уже продолжение будет такого влога. Я тут снимала, что мы в Икее покупали. Также, кстати, еще из таких крупных покупок у нас в сентябре была машина. Наконец-то, уже хотели другую машину, поэтому покажу вам, тоже фотографию, наверное, вставлю, я уже не стала она здесь возле дома стоять, не стала уже съемку проводить, просто на фотке покажу, какую купили. Также очень классная вещь, это сушилка для белья, потому что мы до этого сушили белье дома, просто обычно, но было нереально много пыли, спасал только очиститель воздуха. Но и потом он справляется в одной комнате, таких как минимум надо несколько, вот здесь 4 комнаты, как бы, и нам в каждую нужно поставить, чтобы вообще пыль минимизировать, но я заказала его только один, поэтому он один в спальне и работает, и там он отлично справляется, но выход был именно купить сушилку для белья, и, честно говоря, я просто обалдела, когда я достала оттуда фильтр, и сколько было там пыли от одежды. Я вообще не ожидала. И вы знаете, пыли стало действительно гораздо меньше, поэтому если вдруг вы замечаете, что у вас дома много пыли, и вы дома сушите белье, я думаю, что большинство так делает, но, по крайней мере, мы всегда так делали, хотя нас предупреждали, что здесь, в этой квартире, этого делать не надо, потому что, во-первых, плесень появится, которая действительно появилась в спальне, и мы еле от нее избавились, а во-вторых, сказали, будет много пыли. И это было действительно так. Сейчас сушилка справляется просто отлично. Мы постирали белье, я в сушилку засунула пару часов, и все белье сухое, да еще и вот не такое смятое, а вещи такие, знаете, там есть даже режим такой, глажки на 30 минут ставишь, и действительно вещи все выглядят очень хорошо, как будто я их погладила или отпарила. И, по-моему, из таких крупных покупок это было... Все, мне так кажется. Ну или наверняка я что-нибудь, как обычно, забыла, потому что всегда тороплюсь. Ну, в общем, дальше по ходу влога покажу, что еще у нас там было. И если вам интересно, то продолжайте. Так, девочки, сейчас еще покажу, чем я очень довольна, какой мебелью я очень довольна из магазина IKEA. Это вот этот небольшой стеллаж, но я его так сняла в сторис, что все почему-то подумали, что он просто нереальных каких-то размеров, и когда моя подруга, я еще там сказала, что их можно поставить друг на друга, если второй купить, и тогда вообще можно все игрушки сложить, потому что у меня еще вот здесь два ящика осталось, которые нужно перебрать, и когда моя подруга пришла, говорит, ну давай покажи этот стеллаж из IKEA, там мы тоже такой хотим, я говорю, так вот он перед тобой стоит, она говорит, вот этот, такой мизерный он, ну, а я так сфоткала, что казалось, что он очень большой, но все равно... Я им довольна. В общем, мы распределили игрушки, ну, это, по крайней мере, я так распределила по категориям. Здесь у нас животные для игр, с животными какими-то, вот в ролевые игры мы играем, отсюда берем. Здесь у нас всякие вот радуги, пирамидки там и так далее, и тому подобное. Все очень удобно. Вот, Лев, если ему надо, достает прям целый ящик, и мне нравится, что это натуральное дерево, поэтому обязательно второй закажем. Я рада, что у нас наконец-то появилась IKEA, там год назад или сколько-то, и вот что-то оттуда можно заказать. Так что могу рекомендовать, если хотите игрушки
по категориям разбить, чтобы и вам удобнее было, и ребенку, то вот можете к нему присмотреться. Стоил он там в районе 77 евро, и вот эти ящики идут в комплекте, но комплектация там может быть разная. Есть более глубокие ящики, я вот выбрала такие. Так, и еще одна вещь, которой я тоже осталась очень довольна, это вот такой небольшой шкаф. На самом деле, не думала, что он мне понравится, потому что дизайн, ну, вообще просто очень простенький такой, но мы купили его специально для того, чтобы все книги лежали в одном месте, потому что Лев очень любит их рассматривать, там, называть картинки, и поэтому мы покупаем их в огромном количестве. Еще очень много книг именно с наклейками, и все они как-то, ну, я показывала, в коробке с под подгузников долго лежали, ну вот мы решили заказать. Стоило тоже, ну это, по-моему, 40 евро где-то, и полки здесь регулируются, как вы видите, можно поставить на ту высоту, которая вам нужна, и сейчас вот получается порядок. Я еще собираюсь, ну, может быть, как-то потом немножко реорганизовать коробки с разными пособиями, с пластилином, с красками и так далее, сюда тоже поставить. Пока вот по-быстренькому мы сюда сложили, можно купить еще один такой и по обе стороны поставить, и вот такие вещи будут у вас тоже в порядке, можете к нему присмотреться. Сделаны они непонятно, конечно, из чего, это, ну, естественно, не дерево. А вот еще спрашивали меня название его, вот так, это какой-то Оксберг получается. Ну, я ссылки попробую поискать, я-то на эстонском сайте заказывала, но я думаю, что в России, может, у вас и выбор побольше, как бы, и думаю, что тоже найдете. И сейчас вам покажу, чем я вообще просто недовольна. Это вот такой вот ковер, который мы заказали к нашему дивану. Конечно, вместе они сочетаются просто идеально, здесь вообще никаких у меня нареканий к этому нет, но на ощупь он настолько неприятный. До этого ковер, который у меня здесь лежал, был гораздо приятнее, но он сейчас отправился на кухню, и там лежит под столом. Вот, так что я, конечно, жалею, и, скорее всего, потом придется что-то сюда другое купить, ну, потому что голыми ногами просто невозможно встать, и тогда этот ковер переедет, скорее всего, на дачу. Ну, конечно, по цвету, и вот как они вместе смотрятся, просто супер. Ну, жалко, вот, да, ну, невозможно ходить. Это я заказала вот такие коробки, потому что, когда стеллаж придет, я туда все в коробке упакую и положу. Здесь вообще в комплекте идет три коробки, и две таких я заказала. Кстати, заказывала еще несколько картонных, но почему-то они мне не привезли. Ну, я не стала уже разбираться, потому что они там по 90 центов были. Вот, думаю, это не стоит моих нервов. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому в эти коробки потом, да, буду все упаковывать из этой комнаты, когда съеду в другую. Ну, я уже писала в Инстаграм, как мы собираемся здесь все поменять. Это будет опять любая комната, потому что в той ему просто катастрофически мало места. А если еще гости приходят, то они там вообще друг друга на голове сидят. Так что, да, планируется, в общем, переезд. Вот про этот я ковер говорила. Вот раньше он у меня там лежал. Но он, конечно, на ощупь это вообще небо и земля просто. Поэтому, да, скорее всего, придется другой ковер покупать. А еще хотела показать Леве на день рождения. Ну, мы дарили, кроме обычных его любимых подарков, там, в виде машин щенячьего патруля и прочего конструкторов, мы заказали ему вот такой вот балансир для того, чтобы он учился нормально держать равновесие, потому что вот, я не знаю, он как Женя, только Женя уже большой дядя, ему 34, сколько он до сих пор ходит, может обо что-то удариться, ну, то есть такой невнимательный, знаете, даже не знаю, как объяснить, и у Льва вот это вот как раз передалось сейчас гораздо лучше, не знаю, это уже с возрастом пришло, либо набитые шишки, либо вот это балансир на самом деле работает, потому что вещь очень классная, я искала в Эстонии очень долго, случайно наткнулась в маркете на Фейсбуке, оказывается, парень один из Таллина, по-моему, делает вот эти детские балансиры, и я заказала у него 80 евро, он, по-моему, стоил, классная вещь, и мы все на нем балансируем, Льву тоже очень нравится. А здесь, как вы видите, еще есть такой лабиринт, это вообще игра, туда вставляется шарик, и ты должен, стоя ногами на нем, шарик закатить вот сюда, в серединку. Это, конечно, очень сложно даже взрослому человеку, но мы как бы все время пробуем. И еще Лев у нас зафанател за лето буквами. Посмотрите, весь холодильник, на что у нас похож. Здесь также есть вот такой магнитный конструктор, который я заказывала на Алиэкспресс. Можно, блин, цвета мало. Можно разные всякие фигурки делать. Вот обычно я делаю, но Лев их все время разбирает. Ну, сам иногда что-то может собрать. Там самое простое, ракету, например. Вот, а в целом вообще классная вещь. Тоже хорошо воображение развивает. И еще вот на день рождения подарили ему бабушка и дядя вот такой вот растущий стул, потому что у нас стол очень-очень высокий, он ему по шею, есть он за ним, естественно, не может, потому что стулья низкие, поэтому, да, вот заказали такой стул от марки Kindercraft деревянный,
Здесь еще столик был в комплекте. Ну, так как он растущий, он подразумевает то, что вы прям с того момента, когда ребенок уже там на прикорме у вас и сидит стульчик, и можете его использовать. Но мы не используем. Иногда я ставлю, когда он красками рисует, просто чтобы он не расплескивал все вокруг. А так тоже очень хорошее было вложение денег. Очень рада, что он появился, потому что, ну, реально, было очень неудобно. Женя вчера запекал рыбу в духовке, вот, ну, это было на ужин, но сейчас у меня будет обед. Я очень-очень люблю рыбу, ну, не знаю, почему-то мы ее редко покупаем, все время забываем, но вчера я пошла купила 2 килограмма, и вот получился такой вкусный ужин, ну, и обед, конечно же. Так что, если вы тоже едите, то вам приятного аппетита!